банты и белые рубашки, букеты и вспышки фотокамер. Сегодня в 73-й школе проходит последний звонок. Впрочем, как и в всех остальных школах. Сегодня, по традиции, старшеклассники попрощаются со школой, станцуют прощальный вальс, загадают самые советные желания. Ну а мы, корреспонденты мои, спросим у них о ближайших их планах. Не бойся. Давайте, о, давай знакомиться, Катя. Как вас зовут? Никита меня зовут. А фамилия Никита? Гуров Никита. Так, а вас, молодой человек? Пинской Дмитрий Александрович. Ребят, ну, 11 класс закончили. Да. Воспоминания какие-то о школе остаются? Самые отличные, самые теплые воспоминания. Прекрасные. Ну, признайтесь, хоть раз списывали на уроках? Конечно. Как без этого? Понятно. Планы на будущее. Куда будете поступать? Военное училище. Ух ты. По стопам родителей? Нет. Нет? Нет. А почему такой выбор? Не знаю, душа к этому лежит, не понять так просто. Так, а у вас? Ну, в институт просто. Главное сейчас ЕГЭ сдать нормально, а там уже посмотрим, куда поступить. А какое направление, куда именно? Не важно? Ну, куда-нибудь. Куда возьму, скажи. Ну, вообще, все зависит от ЕГЭ. А так, в ВГУ, скорее всего. Ну, какой факультет уже? Физфак. Физическое направление, да. То есть ты технарь. Ты не, ну, гуманитарий. Типа того, да. Ребят, ну дайте какой-нибудь совет десятиклассникам. Десятиклассникам? Уходите, пока не поздно. Да ладно, нет, если серьезно, пусть ценят это время беззаботное на самом деле. 11 класс — это вообще, это ужас. Сложно? Сложно, сложно. А в чем сложность? Морально сложно. Ну, переживание, волнение или... Ну вот да, да. В плане школы нет, а вот по поводу того, что осознание, что скоро там экзамены, ЕГЭ, это тяжело. Спасибо, ребят, удачи. Спасибо. Работать, стремиться, достигать своих целей. Какие планы на будущее? Куда будете поступать? Какой-нибудь вуз хороший, престижный. А вы? Желательно. Хотелось бы в ВГУ поступить. ВГУ? А куда? Да. На какой факультет? Ну, что-то связанное с гуманитарными предметами, лингвистика, филология, журналистика. Здорово. Девчонки, а можно у вас интервью взять? Вы же выпускницы? Да, да, да. Давайте, давайте познакомимся. Как вас зовут? Альбина. Альбина, а фамилия ваша? Бражникова. А вас? Колбасу Анна. Расскажите, девчонки, ну вот 11 лет пролетело, воспоминания какие-то останутся о школе? Конечно, о друзьях, о школе, об учителях, все это останется. Ну, да, определенно останется воспоминания о школе, о друзьях, о первом нашем учителе. Скажите, вы вместе учитесь в одном классе? Да. Подружки, наверное? Да. Ну, да. Наверняка у вас есть какие-то совместные истории, связанные со школой, именно вот, вот конкретно с вами. Вот что у вас было такое? Может быть, вы там спасали друг друга, не знаю... Какие-то, может быть, и удивительные случаи были. Ну, наверное, на математике помогали друг другу, да, на контроле. На контроле списывать друг другу давали. Все-таки списывали. Было немного. Понятно. Кому хотите сказать спасибо? Ну, наверное, нашим всем учителям. Огромная им благодарность за то, что нас учили. Ну, в первую очередь хочется, конечно, сказать спасибо нашей классной руководительнице Аннику Елене Валерьевне. Спасибо за то, что учила нас на протяжении этих 2 лет. И за то, что вообще прекрасный человек. Мы ее очень сильно любим. Девчонки, впереди ЕГЭ, волнение, наверняка это 100%. А дальше какие планы? Куда будете поступать? Как получится. Ну, какие-нибудь все равно. Есть же какие-то направления, ну, куда вы так, например? Вообще, да, у меня есть. Я планирую поступать на учителя английского языка. Да. Да. Вот. А вы? А я хочу свою жизнь с медициной связать. Тоже с медициной. У вас очень много ребят, которые хотят на медицинский. Прям у вас прям тяга к медицине. Есть какое-то направление именно врачом каким-то? Медико-биологический. Биолог в лаборатории. Ух ты, ничего себе. Чтобы бороться с коронавирусом. Ясно. Что посоветуете десятиклассникам, девчонки? Готовиться к экзаменам, начать уже с 10 класса, потому что этот год пролетает очень быстро. Ну...
там? Единственное, да, готовиться к экзаменам усердно, потому что, особенно сейчас, когда их усложняют, и очень сложно готовиться к ним становится. Это только готовиться к экзаменам с самого начала, да. Ну все, удачи вам! Спасибо большое! Спасибо! Милая дама, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Аня. А фамилия? Жабина. Вы выпускница? Да. 11 лет позади. Воспоминания о школе ваши самые интересные, самые запоминающиеся, наверняка есть. Ну, наверное, первый класс. Первый класс? Да. Почему? Ну, новые эмоции, новые знакомства. Конечно, было интересно, все в новинку. Понятно. А ЕГЭ впереди, волнуетесь? Конечно, да. Что больше всего переживаете? За какой предмет? За физику. Почему? Плохо? Ну, сложный предмет. Значит, вы не технарь, вы, наверное, гуманитарий. Да нет, нет, нет. Хорошо, а какие планы? Куда поступать? На физический факультет. Все-таки на... А, вот из-за этого плана, да, то, что да, вы переживаете, что не доберете каких-то баллов? Да, или да, все-таки не переживаете? Переживаю, конечно. Есть кому сказать какое-то спасибо? А, наверное, маме своей, потому что она всегда поддерживает меня, всегда рядом. Я очень благодарна ей за это. Здорово. Скажи, есть какой-нибудь совет десятиклассникам? Ну, возможно, не сильно переживать из-за всего, потому что, конечно, страшно переходить в 11 класс, где могут быть какие-то проблемы с учебой, мало времени, но нужно собраться и поверить в свои силы. Спасибо, удачи тебе. Спасибо. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. 11 лет пролетело, как один миг. Да. Воспоминания расскажи свои о школе. Какие? Воспоминания только теплые, наверное. Буду очень скучать. Очень тяжело со школы прощаться. Тяжело? Да. Есть какие-то учителя, с которыми прям очень сложно? В плане жалко прощаться. Ну, да, наверное. С учителем истории и математики. Понятно. Это самые любимые свои предметы? Ну, математика была нелюбимая, пока у меня не стал вести этот учитель. Понятно. Да. Какие-нибудь планы на будущее уже наверняка построила? Ну, пока что главное только поступить, а потом уже буду думать. Есть варианты, куда хочешь поступить? Да, педагогические. Педагогические? Да. Прям хочешь быть учителем? Ну, не совсем, но хочу связать свою жизнь с иностранным языком. Советы десятиклассникам дашь? Нет? Нет. Сама не знаешь. Но 11 лет были сложными для тебя или не совсем? Были сложными, да. Были сложными. А в каком плане? Ну, учиться было сложно. Очень да, учиться. То есть, ЕГЭ впереди, волнуешься? Да. Ну, а взрослые ты себя ощущаешь? Говорят, заканчиваешь 11 классов, ты становишься взрослым. Ну, ощущаешь или нет? Не, не совсем. Не совсем? Кажется, урок. Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листу. На глазах у всей страны рождается новое поколение, которому жить, любить, работать на нашей земле, имя которой Россия. Именно сегодня мы ясно осознаем свое единение с Родиной, с великим российским народом, с нашей уникальной культурой. Именно сегодня мы особенно близки с родителями, учителями, одноклассниками. Мы молоды. В нашей биографии две строки. Дом, в котором ты родился. Школа, в которой ты учился. Мы верим, что наши судьбы будут вписаны
славными страницами в историю страны. И Родина будет гордиться нами. Сегодня хочется сказать спасибо вам, мамы и папы, за то, что подарили жизнь. Спасибо вам, учителя, за то, что помогаете ее постигать. Ставшие уже нам, конечно же, поверьте, родными и близкими, мальчишками и девчонками, пришедшими в школу, возмужавшими юношами и девушками, которые готовятся стать матерями и отцами. Мы тоже этому учим, потому что семья – это основа, залог счастья страны, счастья семейного очага, счастья видеть успехи, помогать в трудностях. И все это называется одним словом – дружная семья, школа 73. Ну, звонок, конечно, традиционный. 1 сентября этого года школа отмечает 55 лет со дня открытия. Она открылась 1 сентября 1967 года. И поверьте, что вот 55 лет ни разу звонки не менялись. Чинили их, ремонтировали, меняли молоточки, чтобы оставить. И те школы, которые очень многие заменили на модные мелодии всякие, перезвоны с уроков. Мы считаем, что звонок – это часть жизни школьной. По звонку надо научиться вставать, желательно не опаздывая в школу. По звонку нужно сесть на урок. Кстати, у нас уникальная школа. Мы единственная школа России, где перед уроком дается не один звонок, а два. С разницей в 2 минуты. Первый звонок для тех, кто задерживается на урок. А второй для тех, кто опаздывает на урок. Я очень люблю, они знают, стоять у входа. И между первым и вторым звонок устраивает кроссы. От входной двери до 4-го этажа. Размялся, проснулся, освежился из урока. Ну а кто не успел, у нас, знаете вы, учитель должен вызвать к доске и спросить домашнее задание. Как понимаете, желающих к 11 классу, поверьте мне, был один день, когда ни одного. Я говорю, ребята, вы же так меня оставите без работы. Я же квалификацию потеряю. Вот это, наверное, и есть вот это самое беззаботное, но очень важное веха в жизни – это школа. И хотя у вас выпускники, сегодня вы не выпускники школы 73, вы просто сегодня последний день уроков. Вы кандидаты выпускники. Зовут красавица. Алена. Алена, фамилия ваша? Переславцева. Выпускной класс волновалась сегодня? Очень. Эмоции переплёстывают? Я не могу осознать того, что я выпускаюсь из школы и что все. Больше не будет уроков, не будет звонков вообще. Будешь скучать по школе? Конечно. Наверняка здесь много друзей обрела. Да, тут мои друзья, тут учителя, которые уже мне, вторые родители буквально. Школа для меня второй дом. И я не знаю, как я буду жить без этого. Я вообще не представляю того, что я приду 1 сентября.
не сюда. Я вообще не осознаю этого. Какие планы на будущее? Куда поступать собираешься? Хочется поступить в ГУ на Романо-Германский факультет, перевод и переводоведение, быть переводчиком. Просто такое желание или по стопам родителей, родственников? Нет, у меня такое желание, потому что мне очень нравятся языки и, в принципе, гуманитарные науки, поэтому да. Есть спасибо кому сказать сегодня? Спасибо. Хотелось бы сказать спасибо моему учителю английского языка, который у меня был в 7 классе, Михаилу Викторовичу Баркину, потому что именно он мне дал такой толчок в изучении английского языка, и именно благодаря ему я его полюбила. И я ему очень благодарна за это. Мы, конечно, рады, потому что это такое очень важное мероприятие в жизни, ну, каждого 11-классника, но, несомненно, очень грустно становится, потому что ты понимаешь, что это твой последний учебный день, последний раз, когда ты со своими одноклассниками все вместе, вы сидите в кабинете, это очень грустно. Наверняка у вас тоже есть, молодая девушка, эмоции сегодняшние, да? Поделитесь с нами. Но мне было очень волнительно, если честно, на последнем звонке, потому что переживание все-таки присутствовало. Но я думаю, что все будет хорошо. Я желаю вам удачи в дальнейших сдаче экзамена. Ребята, можно с вами познакомиться? Как вас зовут? Дмитрий. Ваши эмоции сегодняшнего дня. Рады, что закончили школу или нет? Ну, с одной стороны, это как хорошо, что будущее перед тобой открыто, но с одной стороны, познакомишься со всеми друзьями, понимаю, что расставаться просто так не хочется, хочется как бы продлить это мгновение, хочется всегда быть вместе, но будущее, оно таково, что нужно идти вперед, не оглядываться. Ваш сосед по партии, как вас зовут? Николай. Ваши эмоции? Я очень рад, что сегодня последний звонок, скоро выпускной, что мы вступаем в настоящую взрослую жизнь. Кстати, перебью вас. Вы себя чувствуете взрослым человеком? Конечно. Уже чувствуете? Уже, да. А что, какие эмоции, в смысле, как вы ощущаете эту взрослость? Ну что, сейчас я сдам экзамены, что я поступлю в институт, а потом в дальнейшем я буду работать. Есть какие-то планы на будущее? Конечно. Куда хотите поступать? А это будет большим секретом. Отлично. Ребята, я всех сейчас не обойду, но мы хотим газета «Мое» и портал «Мое онлайн» пожелать вам удачи. Экзамены уже вот-вот, я так понимаю, да? Всем справиться, но обязательно пятерки и все ваши дальнейшие планы, которые вы поставили себе на ближайшее будущее, обязательно добились, сбылись. Вот, удачи вам, в общем. Всем спасибо. Спасибо большое.